В общем, блин, я тоже захотела. Виталь, я сейчас быстро, без меня не начинай. Мороженое есть. Черничное варенька. Хватит. Классные блинчики, тоненькие, шикарненькие. На кефире. Сметана с вареньем. Так меня Катюха научила есть. Раньше я так не ела никогда. А теперь я так люблю. Реально круто. Варенье со сметаной. Я так никогда не ела. Катюша, спасибо, научила. Вот это у меня сегодня завтрак. Да. Сейчас усну, как младенец. В 3 часа ночи под окнами прям таксист завел машину. Он, видимо, как днем ехал, и у него орала музыка. Он завел ее ночью в 3 часа ночи. Кудрюч проснулась. Как у меня под балконом заорет музыка. Я аж подскочила. Он добавил делать тише, но пока он ее сделал тише, я уже все, проснулась. Это, конечно, жесть. Вкуснятина. Я о блинах мечтала несколько дней. Неделю, наверное, даже не несколько дней. Некогда было. Да, придется еще один съесть. У меня была подружка, не была подружка, коллега, ну и мы подружились, вот так правильнее сказать. Моя коллега с прошлой работы, так вот она сама по национальности, правильно как говорить, Виталий, армянка? В общем, она из Армении, мама ее. Так вот. Она, у нее бабушка армянка тоже. И она кушает сало и говорит, у меня бабушка, когда кушала сало, вот кусок отрежет такой хороший. Покушает. И она типа, бабуля, это все это, ну, съела этот кусок сала. И она говорит, да что там было, губы только помазать. Губы только помазать. Я так прикалываю. И она всегда,
когда мы с ней разговаривали, с Моней. Моня, если смотришь меня, пламенный привет. Она всегда вот это мне говорила. Бабушка говорит, хотела только губы помазать. Вот я сейчас так маленечко червячка заморила, только губы помазала. Вообще такой кайф. Кушайте с удовольствием, друзья мои. Хорошего вам настроения. Кофе это как вишенка на торте. Хорошего дня, мои сладкие.